Всем хэшки, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, со мной и снова Персончик, и мы продолжаем проходить странные кампании, в общем, миссии и все новогодние все дела, и, в общем-то, поехали. Здорово всем. Ага, и я думаю, приступаем. Опять оверкил, потому что слабаки, ноем, и на... как-то мы хреново их проходим, поэтому поехали. На самом деле, я в ПД не был, ну, сколько получается, с Хэллоуина... С того года. С того... Я уже год в ПД не был, да. Ну, на самом деле, с Хэллоуина. Это потому что... Чего? Что, я последний раз заходил на Хэллоуин. Дурак, что ли? Да. На Хэллоуин, я тебе серьезно тебе говорю. Ты последний раз заходил в ПД на Хэллоуин? Ну, до вот того, как мы с тобой играли, да, вот, да. Ага. А так в последний раз я заходил на Хэллоуин. Ладно, я не буду смотреть ничего, что здесь надо. Мы просто, короче, где-нибудь поставим сумки. Ни хрена не знаем, где здесь что. Планирование, о господи. Господи. Короче, нет, на самом деле я думаю, что мы как-нибудь вот так ставим сумки. Нам одна нужна сумка медицинская, на всякий случай две патронные взял, просто ты знаешь, я люблю тратить гранатомет на все дела. Угу. Поехали, друг мой. Hotshot initialized. А я так не говорит, я это отключил функцию. Как нажать на кнопку? Вруби в нее тазером. Ай. Стоп. Меня что-то подфризнуло. Ладно, в общем, мы на этой миссии, как я уже сказал, первый раз, так что я не знаю, что здесь, как, чего, зачем, почему. Вот уже снял. Какой-то красавец прям. Оу. Смотри, как я четко стреляю, ни в кого не попадаю. Так, надо как-то... Повеселиться, я думаю, на этой карте. Непонятно, что здесь делать, но я думаю, что мы разберемся. Так. Видите отмеченные ящики. Давай искать ящики. Ты видишь ящики? Какие ящики? Отмеченные. Отмеченные как и чем? А, отмеченные как. Вот чем непонятно пока. Какие ящики, как выглядит Мэри Уэзер, я думаю. Чуть не убил его, у него осталась капелька такая хп просто. Ты его не грохнул. А, там медки где-то лежит. Вау, они, кстати, с горы спрыгивают. Прям на крышу приколись. Нормально. Так, я думаю, где ящики, собственно? А, вот, я один нашел. Ага. А, я второй нашел. Они отмечены, оказывается, мы дебилы тут. О, резак и ключ-карта, слушай. Ну-ка. А, то есть... А я что должен делать? Ты кидай сумку сюда. Ага, у меня нет сумки, лол. Ты не взял, что ли? У меня нету сумки, у меня кей-карта. Эй, ты чё? Я пофиг, еще посажу. Вон, еще один. Нет. Сейчас, ты пока отбивай меня, я... Подбивай. Отбивать тебя? Отбивай меня у них, да. Там дозер сверху пришел. Убей его, пожалуйста. Где? Если я его найду. Ну, все. Дозер ушел. Он решил с нами не разговаривать. Так, тизер, ладно. Где тизер? Не знаю. Я пока тут взрывчатку устанавливаю, погоди. Мне не до этого. Все, ты поставил? Почти. Сейчас детонатор поставлю. Ты дичь. О, тут, кстати, циферки какие-то. Интересно, что они значат? Это, наверное, обратный отсчет, нет? Не знаю, тут что-то 40, 38, 37. Может, игра намекает 37. Тебе, что тебе нужно убегать? Зачем? Я же обороняю, как бы, чтобы они не отключили там на всякий случай. Вдруг отключат, это же знаешь, как обидно будет. Потом на 3 секундах подбегать. Ай-яй-яй. Пошел. Ну, я вообще пафосный мужик, знаешь, так на взрывы не смотрел бы, если бы не хотел их, конечно, показать. Я бы пошел спиной, конечно же. Я думаю, что мы это можем при перезаписи сделать. Ну, я сделаю, ладно. О, что-то тут совсем мало времени осталось. Я пойду, пожалуй. Интересно, меня взрывом отсюда унесет? Это все. Что-то слабый взрыв какой-то. И всего-то полброни сняло. Не бум, а пф, да? Просто вот такой, да. Бум, пф. Так, ну чё, ты идешь? Я просто уже внутри, как бы.
Я так предположу, что нам надо все-таки вниз. Но почему-то перс за мной не идет. Да иди. О, резак! Ля-л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 я. Куча-то щитовиков, ля-ля-ля-ля-ля. Вообще-то народ что-то многовато как. Блин, все, 10 патронов за раз. Ладно, пока попилю, раз ты меня прикрываешь. Давай. Что-то там народу много, тебе не кажется? Ну, бум. Давай, мне нужно перезарядиться сзади. Там бульдозер. Бульда. Ну, бульда уже нет. Ты что там, подскользнулся что ли опять? Ну. Нехорошо, друже. Подскальзываться не надо, это вредит здоровью. Не знаю как, но, наверное, вредит. Так, давай ты сядешь. Слушай, возьми чувака, у тебя есть? Да. Ну, вот, здесь вот посадил. Ля-л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 я. Так, я пока патрончики пособираю, ты же не против? Нет, я против. Против, ну и пошел в задницу. Вот, в общем-то... двойной протокол защиты. Так, ну давай. На, включи карту. Охранную станцию. О, там что-то взорвалось, кстати. Это я выставил в бочку. Фу, я думал, они там дверь нам взорвали. Так, прорезаем опять. Резак у меня, так что всю работу делаю я понял. Значит, мне и доля больше. Да, конечно. Я больше сделал. Кто больше убьет, тот больше и получит. Ты хитро попыта, а? Так, ладно. Сирена. Только сейчас сирена. Они только сейчас поняли, что мы сюда врываемся. Круто. Да вообще, профессионалы. Так, войдите в шлюз за гермоворотами. И... о, во-во-во. Что-то пошло, пошло, пошло дело. Ворота открываются, так. Не стреляйте в меня, ребят, подождите, мне не до вас. Мне интересно, как ворота откроются. Ну, блин. Что за придурки-то, а? Короче, ворота медленно просто опускаются, чувак. Очень медленно и до одури, как всегда, эпично. Что-то я промахиваюсь во все вообще. Так. Ну что, ты идешь? Да. Нам в шлюз надо зайти. Шлюз. Боты на прикрытии. Знаете какие-нибудь анекдоты, слышишь? Смотри, смотри, по стенке ползает. Смотри, смотри, он через люк. Я вижу, вижу, вижу. Он говорит, слушай, вы знаете какие-нибудь анекдоты? А то у нас типа время, все дела. Нет, дверь еще не открылась, не ври нам. Там кто-то стоит. Кто-то стоит? Бульдозер? Ща, смотри. Ой, там снайпера. Ну смотри, я убил тяжелого, ты убил снайпера. Все классно. Командная работа называется. Ага. Что-то я разучился по щитам, кстати, стрелять. Надо, кстати, перезарядить на всякий случай наше главное орудие труда. Пойду я вперед. Вообще они на меня агрятся. Их перебивай пока. Ну, вроде пока нормально идет. Патрошки. Патрошки лежат на дорожке. Пока идем нормально, это хорошо. Пока. Да. Мы в прошлом ограблении тоже думали, что пока идем нормально. Пока не спустились вниз. Не, ну, я же не виноват, что ты прыгнул без парашюта. Причем тут парашюты? А, да, действительно. Нет, я имею в виду, когда в канализацию спустились. А, в этом смысле. Ищите ценности в хранилище. Я думаю, нам сюда. Нет, я думаю, что нам сначала нужно...
Ты там что, друг, что ли? О, смотри, что? А там далеко еще, долго идти. Что произошло? Иди, иди почини. Ладно, давай я починю. Тебя запустишь наверху тогда? Да-да-да. Пускай. А, она сама? Вообще изи. Где эта крыса? Все нормально. Я люблю, кстати, вот эту винтовку. Отобрали ее у Хитмана, обидно. Но она крутая. Ой, так я, правда, с нее мажу периодически. Так. Почему я промахиваюсь по щитам? Мне сказали, что дрель закончена. В смысле, стоп, а где у нас дрель закончена? А, в этом смысле. У меня, короче, так как он не знает про эти компьютеры, ну, типа мод, он считает, что это дрели. Я такой, типа, дрель закончена. А, слушай, короче, тут надо сто пудов с первого раза одно из заданий будет угадать с первого раза этот, ну, правильное хранилище. Ну, правильный монитор, который отвечает за хранилище, я так понимаю. Или наоборот закрыть. Я не знаю просто, что мы делаем. Они убили моего. Тебе нового посадить? Да. Так. Знаешь, мне создается такое ощущение, что он мне только что сказал... Ау. Что он нам только что сказал, что хранилище снова открыто. У меня всего один вопрос. Где хранилище? Чувак. Чувак. Да-да-да. Я как бы чуть-чуть это... В проблеме. Да я посадить там пытаюсь. Да хрен с ним посадить. Так, походу мы что-то не то делаем, потому что я не сообразил. А, вот хранилище, мы дебилы. Давай. А, это наш. Активируешь? Да сейчас. У меня тут клокер ходит. Да сдохни ты, ё-моё. Ну что ты там? Активируй. Давай. Ага. Хранилище снова открыто, но... Окей, это не то, видимо, хранилище. А, вот это хранилище. Все, я понял. Не, мы, короче, открыли пустой. Следующий давай. Я понял, там шутка юмора, что мы должны открыть конкретные хранилища и типа это. Мы просрали одно хранилище. Ау. Пошли вы. Так, ищи хранилище, чувак. Я активировал какое-то хранилище. Все, я нашел хранилище. Какое я активировал, походу. Или нет. Или нет. Нет, я не нашел. Немножко, кстати, кривовато стреляет. Самую малость. На бегу. Почему-то. Или просто я такой кривой. Починишь? А? Починишь? Все. Что ты не попадаешь-то никак? А, вот оно. О! Я даже не представляю, что это за прототип, но тащи его внутрь. Ты нашел? Да. Где? Это. Я. Не, я просто, знаешь, у меня сейчас была мысль в голове. Так, если здесь где-то взрывчатка, есть вероятность, что я грохнусь. Она такая.
Решил ее, знаешь, обезвредить, потом понял, что уже времени-то не хватит, но уже отбегать бесполезно было. Просто хрен его знает, что здесь за прототипы лежат, как бы, понимаешь. Проблема, не правда ли? Обезвреживай! Фух. Обезвредили. Так, я пока сумку оттащу, ты пока включи дверь и попробуй ее найди. Все нормально, да? Что-то буль давно не было, кстати. Да, я убиваю. Окей. Так, а куда нам надо? 30 метров в ту сторону. Ага, не в ту сторону, я понял. Падла. Так. Видимо, на лифт. Что-то у тебя по ХП совсем как-то печально. Фига себе, мы там сумочки-то хорошо отправляем, я смотрю. У нас Вик упал. Джон, нет, как ты мог? А, вон он как упал. Где эта мразь? Вон эта мразь. Так. Следующее хранилище давай. Ты как-то вообще сам хранилище искать будешь? Нет. Вот ты сволочь. Так, не тут однозначно. Ладно. Где у нас хранилище-то? Тут нашел. Отлично. О, охренеть! Иди сюда, быстрее, 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 быстрее. Охренеть. Что там? Быстрей! Охренеть. О, корона. Потерянный артефакт. Что, пойдем? Но это не все. Нам... Как я понимаю, нужно все равно иди, пока перезаряжай. Ой. Спасибо Тайзеру за перезарядку, как обычно. Ладно, как ты выжил-то? Так, я добью тебя вот так. Что, ты не умер опять? Ладно, я посажу его себе. Да у меня есть. Знаете, хорошего посадил. Какого? У меня хороший, у меня 200-й. Ну вот та же фигня. Ну, почему лишний раз не будет лишним, правильно? Да его спасут. Я им спасу. Я его просто буду бить, пока он сидит. У него там ХП вообще лоу. 6,6. Я еще же удивился как раз, как он не сдох вообще-то. По идее, это должен был. Мои глаза. Ай. Да откуда у вас столько придурков-то? Так, ну чё? Осталось еще два, да? Мы, походу, прокакали одно из хранилищ. Это печально, конечно. А знаешь, что смешно, если мы прокакали, короче, это нужное хранилище. Ищи хранилище, пожалуйста. Одно из хранилищ сейчас должно быть зеленым, мигает, ну, типа дверка такая. А, там мы, по-моему, сделали, да? Здесь пройти нельзя, серьезно? Пошел. Пошел. Нашел? Нет, а ты? Нет. А, вот, нашел. Открывай. Так, тут ничего нету. Вообще пусто? Вообще пусто. Кроме этого, титана. В смысле титана? Ну, камера титана. А-а. Я говорю, печально будет, если мы просрали нужный нам. Да, такого не может быть. Ну, мы найдем баг.
Так, мне нужно, чтобы ты починил эту хрень, потому что у меня как-то со здоровьем совсем все печально, я, скорее всего, сейчас грохнусь. Это последнее, да? Да, сейчас будет последнее хранилище. Так. Сейчас оно добьется, и пока его можешь не искать, просто подойди к красной двери, которая там есть. Серьезно? Так, ну я понял, какое мы просрали. Осталось понять, не просрали мы нужное ли. Значит, это будет немножко обидно. Я нашел еще одно хранилище. Открыто. Здесь картина. И нам, видимо, нужен резак, чтобы ее взять. Да. Чувак. У нас проблема. Че? А, нет, у нас нет проблемы. Ля-л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 я. Ты идешь туда-то? Зачем? А, ну ладно, я сам заберу. Забирай вторую сумку и пошли. А где она? У меня здесь. Что-то еще скажи, что ты на карте сумки не видишь. Вижу. Так. Ты где там? Бегу-бегу. 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 Так, бегу. Я воюю там. Воюю там. Походу, на самом деле, отсюда можно забирать все и не только... Ну, ты, короче говоря, здесь все равно хватает. Даже если ты одно просрал. Ах! Где эта жопа? Сука. Где эта мразь? Не знаю, где эта мразь, но меня отпустила. Я нашел ее. Так, а где у нас потрошки лежали? Можешь здесь взять у меня. Кто меня бьет? Не знаю, но я много кого перебил. Где у тебя? На. У меня просто гранатомет чуть-чуть закончился. Остальное это у меня проблем нету, ты же понимаешь, а вот с гранатометом обидно. А столько трупов здесь лежит, это просто жесть. Мне нравится этот мод вот этим. Он показывает, насколько люди убивают до хрена народу. Пойдем на выход, дружи. А у меня нету что-то, у меня не исчезают. А у тебя не показано безумным. Ну, короче, там надо отдельно ставить. Куда идти-то? Сюда, на меня. Тут боль, да. Нету. Пойдем. Да больше ты мне нанес, чем бульдер. Только ладно, я бульдер убил. Давай, закидывай. Это все, что ли? Не, дурак. Подними и на эту кинь. Подними сумку. На эту кинь. На чё кинуть? Вот. Ну, не кинуть, а на F нажми. Вон, сзади тебя, сзади. Ну, лента, блин. А, вот это? Да. А. Все? Да. А ты все точно скинул? Ну что, она зачтется, нам не зачтется, я не знаю. Все. А-а-а, мы полетели. Нифига себе. Зерониму! Это весело. Мне это понравилось. Валить в туман. Что-то не нравится твое выражение, мужик. Давай берем какие-нибудь это. Дары уничтожить за дверью. Радары. А, радары? Мне бы показалось дары. Лол.
Ты взял взрывчатку? Да-да-да. А? Да-да. Хочешь полечиться здесь? Еще это полечился, зачем? Так, пойду схожу за последней сумкой, на всякий случай. Пойдем, относим их просто сюда. Я думаю, что хотя бы здесь там как-нибудь мы сохраним их. Так. Вертолет. По-любому на вертолете будем летать. Ну, это понятно. Мне нужно взять взрывчатку. Я взял взрывчатку. Под... Взорвать радар, я так понимаю. Ага. Есть какой-то лифт. Лифтом нельзя пользоваться. Кашки. Сейчас будем пытаться понять, как же нам хренам убить радар. Хотя она... А, ну тут лестница есть. Для дебилов специально, видимо. Тут маленькие радары тоже считаются за радар. Там сверху, кстати, птички летают, посмотри. Так. А, это не все. Ой, кажется, сейчас бомбанет. Так, ну больше... А, у тебя вон снизу радар, слышишь? Где? Снизу, снизу, снизу. Белый такой. Ну я не знаю. Я вверху вижу только. Вон, вон, вон. Там... Стоп, откуда по мне стреляли? Ай-яй-яй. Я откуда он хреначит? О, да он вообще охреневший. Снизу за красненьким маленьким зданием. Если так тебе понять. Маленьким, да. Ой, мне кажется, мне надо сбегать, я что-то стою. Прямо. Кроме люлей, по-моему, ничего нету. Все, что ли? Не-не-не, за красным зданием, за ним. Ты перед ним. А, вот видел. Ау. Побежал на клокера, перезаряжаясь. Чувак. А? Побежал на клокера, перезаряжаясь. Ты не хочешь мне помочь? Так, снайпер на башне. Убил. Ты уничтожил, да? Все, нам нужно вертолет все это дело закидать. На чем мы и говорили дальше. Потерянный артефакт какой-то поднял. Давай, бери сумки, закидывай пока. Дружи. Миллион. Неплохо. Миллион. За каждый, короче, по миллиону. Ладно, контракт я вроде бы купил. Так, стоп, там что-то походу зажечь надо. И снайпер был. А, он снайпер. Серьезно, нам нужно еще... О, нам заправить вертолет нужно. Лол. Заправить вертолет. You're seriously. Серьезно, смотри, она заполняется. Кто? Вот здесь, на бензоколонке. Нам нужно дождаться, пока она полностью заполнится. Почему же вы меня так бьете, сволочи? Я перезаряжусь. Мало.
Не покажется. Вертолет потихоньку почему-то сам по себе начал заводиться. Ну так топливо появилось, вот заводится. Сам по себе? Да. А, стоп, у нас же там генерал сидит. Да-да-да, смотри, у нас там генерал же сидит. Ну да. Почти уже зарядился. Сейчас, слышь, генерал нас кидает, короче. Мы такие обиженные идем за генералом. Попал. Попал. Там мой друг. Там мой друг. Мой зеленый друг. Которого я, кстати, промазал. Ну, теперь попал. Все. Садимся. Чтобы сесть в автомобиль. Алло. Полчаса. Ну. С первого раза. Да. First try. Это легче намного, чем ну да. Ну да. Намного легче. Не, ну просто канализация реально. А сколько контакт стоит? По идее, я его купил. Ну, сколько стоит? Сейчас посмотрю. В общем, вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Да, пока.